shake. Ooh, yeah. Here comes the ooh, ooh, here comes the ooh, ooh, here comes the ooh, y'all don't really want it like that. Ooh, yeah. Here comes the ooh, ooh, here comes the ooh, ooh, here comes the y'all don't really want it like that. Ooh, yeah. Here comes the ooh, ooh, here comes the ooh, ooh, here comes the y'all don't really want it like that. Ooh, yeah. Here comes the ooh, ooh, here comes the ooh, ooh, here comes the y'all don't really. Да, наверное, это не стресс, это наоборот, тебя заставляет работать и двигаться. Плюс у меня самого другие высшие ориентиры, там звезды мирового класса, которые уже десятилетиями доказывали это. То есть я в начале своего пути. Опять же, для этого нужны ситуации жизненные и как ты с ними справляешься. Если ты справляешься плохо, потом извлекаешь ошибки и на следующей ситуации стараешься не допустить. И так это и в волейболе, и в жизни. Да я даже не знаю, просто даже прогуляться одному, просто там едешь за рулем, какие-то мысли тебе приходят, ты стараешься их перенести в игру, там все, думаешь, как ты будешь проводить там день игры. По поводу низкорослых игроков, да, они мне впечатляют тем, как они справляются с данными, играют в волейбол на высоком уровне, и многие звезды, они не очень высокого роста. Мне Бог дал там рост побольше, но я стараюсь его не так брать за основу, как вот принято, что если высокий, ты должен играть через силу, там, через высоту. Стараюсь искать вот какие-то позитивные вещи от низкорослых игроков, да и вообще от игроков любого амплуа, любой национальности, потому что у каждого своя особенность, и стараюсь ее использовать. Пробовать и использовать потом. В принципе, пока что мы обсудили с ребятами то, что мы будем в замкнутом пространстве. И там будет накапливаться усталость, будем надоедать друг другу и будут какие-то мини-конфликты, наверное, но стараться это решать сразу и там за спиной не говорить, а говорить все в лицо и сразу решать на берегу. Я рад тому, что я окунулся и понял, что такое Олимпиада. Вообще работал по-другому. Там не так важно, как физически и тактически. Там сила воли такая, что ни один другой турнир не сравнится с этим. И мне это старшие коллеги помогли вкусить. Дай бог, все получится. Лондон – это Лондон, конечно, эмоции там были через край, я помню, как мы смотрели. А когда сам, где-то не до конца понимаешь, ты молодой, и ты не знаешь, как себя вести, там бьют эмоции через край, ты постоянно в стрессе. И тогда, наверное, я не совсем понимал, как полностью быть хладнокровным, не вестись на эти эмоции. Сейчас уже спустя время там понимаешь, где надо поспокойнее себя, где. Честно, время летит, и я только сейчас понимаю, что это уже в следующем году. И, конечно, большое значимое такое мероприятие в России. Я думаю, что все будут рады, и я надеюсь, улучшится ситуация в мире. И будут болельщики. Полные трибуны. Рад, что это по всей России, 10 городов, и все смогут увидеть лучшие команды. Думаю, это круто. Мне бы хотелось выиграть этот, потому что за всю историю этого никогда не делалось. Турнир тоже очень тяжелый. То, что в России, это, конечно, круто, но это да, да. То есть надо тоже правильно себя держать.
Да, слежу, подписан на некоторые аккаунты, где выкладывается нынешний дизайн проекта. Там больше как компании, которые занимаются именно там, в Европе, в Америке. Они показывают свои проекты. И мне просто это интересно. Я когда-то уже, по-моему, говорил, что это было бы интересно обучиться этому, но сейчас точно не время. Вот. Сейчас мне вообще еще там некоторая такая специальность мне интересная, там реабилитация спортивная. Да, поэтому хотел бы центр свой создать для волейболистов, чтобы они не в Италию ездили, в России могли квалифицированно восстановиться. Да простят меня волейболисты, но мне почему-то навеяла художественная гимнастика. Все как-то стало более красиво, там какие-то обманы появились. Не как раньше, грубая сила такая. Наверное, мой детский тренер сказал, что мой организм – это мой способ заработка. И сказал за ним следить. Это машина, которой надо уход. Уже не веду, но последнее, наверное, что-то написал. А в основном я туда пишу негативные какие-то мысли. Я купил очень много кукурузных палочек. Будет развиваться и будет таким же популярным, как и остальные виды, да, игровые виды спорта.